Добрый день. Да, я сама в шоке. Добрый вечер. Всем привет. Да, Люся? Передавай всем привет. И у нас тихий семейный вечерочек с Люсей. Смотрите, что у нас творится, когда мы дома. Сегодня я не работала, отдыхала, приболела. А Люся у нас вся в делах. Вся. Абсолютно. Разбросала все свои игрушки, все свое имущество по всей квартире. Вообще. Жестко, конечно, молодец. И носится, заставляет меня кидать мячик и бегать. Весь вечер она носится и не дает мне покоя. Да? Где? Покажи. Вот такой у нас тихий семейный вечерок. И так уже 151 раз. Все рычит, требует внимания, если я этого не даю ей. Сейчас еще вот эти мячики возьму. Все, сложила все. Да не я складывала. Вот эта хозяйственная девушка сложила. Доставай вон там, из-под дивана. Иди сюда. Ну-ка давай, доставай. Укатился куда-то туда. Давай, где ты там? Молодец. А мячик где? Мячик-то достань. Где он там? Я его не вижу. Ладно, я потом достану. Ой, ну ладно, давай, передавай всем привет нашим зрителям. Ну, Люська. Мячик достань, говорю. Залезь туда. А этот, интересно, достанет? Ну-ка, пожиться. О, достала, молодец. Молодец. Ну все, передавай всем привет. Всем пока, до следующей встречи. Сейчас ты будешь? Ну все.